Мозырское криминальное ноу-хау – конфеты, которые вызывают чувство эйфории. Предприимчивый делец оболочку изготавливал, вываривая кофейные зерна и растапливая горький шоколад с повышенным содержанием какао-бобов. А начинял через кондитерский шприц с марихуаной. Никаких ГМО и искусственных ароматизаторов. Фигурант уголовного дела устроил у себя в квартире своего рода криминальную кондитерскую, выражаясь официальным языком – нарколабораторию. Также выяснилось, что подозреваемый проходил специальные курсы по выращиванию растений в тепличных условиях. Возможно, полученные знания и использовал в своей работе. 18 февраля 2015 года сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Мозырского РОВД в ходе осмотра по месту жительства гражданина А в городе Мозыре обнаружены изъяты 152 свертка из фольгированной бумаги круглой формы с находящимся в них наркотическим средством, 3 полимерных пакета, 2 полимерные емкости, а также 2 мешка с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Также были изъяты различные приспособления для потребления наркотических средств путем курения, предметы и иные объекты, которые могут использоваться как для переработки, так и для изготовления наркотических средств. В ходе обыска уже в гараже подозреваемого молодого человека обнаружены еще доказательства преступной деятельности. 3 трехлитровые банки и без малого 150 пакетов с измельченным веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной. Стоимость изъятого вещества не менее 10 тысяч долларов США. Назначена экспертиза, проводится расследование. Несколько ранее оперативники задержали покупателя наркотических конфет. Распутывая цепочку, вышли на дилера. Если вина молодого человека будет доказана, то согласно новому законодательству ему грозит до 25 лет лишения свободы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».